Наследие голодных 90-х, велосипед Аист, производство МВМ ВЗ в отличном состоянии, принесли нам на реконструкцию, так сказать. Перебрали втулки, перебрали каретку, все протянули, все настроили. Резина до сих пор живая, то есть, несмотря на то, что он в гараже хранился уже лет 30, все в достаточно хорошем состоянии, и он едет. Ножной тормоз работает, сидушка такая потрескавшаяся, но еще живая. И кормушка из СССР, куда можно было положить ключик, инструмент какой-то и кусочек хлебушка, когда едешь кататься на дальние дистанции. Смотрите, какой шильдик красивый. Блестит, переливается на солнце. Интересный велосипед, интересный вынос. Но, к сожалению, он не едет так, как едут современные велики.